Камчатка представила свой инвестиционный потенциал на трех площадках деловой программы форума. Ну и третья часть – это, конечно, деловые контакты. Был проведен целый ряд встреч и с китайскими предпринимателями, и с инвестиционными фондами, и даже достигнуты договоренности с Департаментом культуры и туризма провинции Хэйлунцзян о поддержке промо-тура, который мы и планировали на летний период. В целом, по итогам этих переговоров, которые были проведены в июне месяце, мы ожидаем визит двух китайских делегаций. Обе делегации – это такие коммерческие делегации, бизнес-делегации. Ну и, конечно, основной интерес вызывают у китайских партнеров сотрудничество в области рыбной промышленности и в области туризма.